Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Марина на канале «Мои 6 соток». Ранее я вам показывала видео, как я высаживаю тюльпаны. Высаживала я их в корзины для луковичных, потом вкапывала в землю. Также в следующем видео я показывала, как я высаживаю в 5-литровые контейнеры, заполняя их землей, и тоже вкапывала в землю. И если потребуется, я перенесу их в то место, куда мне будет удобно. А еще можно поступить таким образом. Перед вами 3-литровые контейнеры. Вот такие горшки. Посмотрите, какие здесь хорошие дренажные отверстия. Что я хочу сделать? Вот у меня есть возле дома вот такие контейнеры металлические. Каждый горшок я поставлю в такой контейнер. И вдоль дома у меня будут весной расти тюльпаны. Но чтобы это сделать и чтобы наши луковицы сохранились, нужно поступить следующим образом. На дно каждого контейнера я немного насыпала керамзита. Далее я насыпаю песок. Вот такой слой песка примерно. А потом я беру землю из огорода и тоже заполняю контейнер. Насыпала земли поверх песка. И теперь смотрите, у нас мы должны теперь луковицы прикрыть на 3 высоты. Вот одна высота, вторая и третья. То есть где-то по ободок горшка у нас должны тюльпаны, луковицы тюльпанов быть засыпанными. Я до верха насыпала в горшок земли и вкопала этот горшок в землю. То есть я просто у себя на огороде вкапываю эти горшочки, а потом весной я откопаю эти горшочки, тюльпаны начнут сходить, я их откопаю и поставлю в контейнеры, которые я вам показала в начале видео. И будет очень красиво. Такие контейнеры очень мобильные, можно поставить в любое место, а потом, когда тюльпаны отцветут, просто их спрятать где-нибудь под кустами, под деревьями, от лишних глаз. И потом, когда тюльпаны нужно будет выкапывать, просто вытряхнуть их из горшка, просушить и осенью повторить эту же манипуляцию. Надеюсь, это видео будет вам полезным. Спасибо вам за просмотры и всего вам доброго. И до новых встреч. Пока-пока.